Что я делаю? Я улучшаю качество жизни, создавая новые лекарства. Смотрите, практически у каждого из вас есть смартфон, умный телефон. Он объединяет в себе множество полезных вещей. Он может заменить вам телефон, будильник, ежедневник, карты, навигатор, фонарик и много других полезных вещей. Принцип, по которому я создаю новые лекарства, похож на смартфон. Ведь в качестве его опций могут выступать действующие вещества, которые обладают разными свойствами и функциями и должны работать в разное время. Нет, я не изобретаю таблетку от бессмертия. Я занимаюсь разработкой новых лекарств в концепции Smart Innovations. Я создаю умные лекарства. Для чего? Для того, чтобы пациент смог принять одну единственную таблетку в день и больше не вспоминать до утра следующего дня о приеме лекарств. Расскажу вам случай из жизни. У меня есть сосед. Его зовут Иван Иванович. Он старый, больной человек. Врачи ему назначили прием кучи лекарств. Названия перечислять не буду. Далее только цифры. Одну таблетку утром для желудка, три таблетки в обед для сердца и еще три таблетки вечером для кишечника. При этом он ходит на работу. А одно из лекарств он вообще принимает ежедневно в каплях. Как вы думаете, Иван Иванович соблюдает режим лекарственной терапии? Поднимите руки те, кому жаль Ивана Ивановича. По статистике, эффективность лечения более чем наполовину зависит от приверженности пациента к терапии. Что это значит? Это значит, что пациенты бросают пить лекарства, потому что им неудобно, и это мешает жить. Ведь действительно это так. Когда вы принимаете одновременно кучу всяческих лекарств в разных формах на протяжении всего дня в разное время, вы начинаете путаться, возникает дискомфорт, возникают стрессы. Вам надо успевать принимать лекарства и еще успевать делать много разных дел. И прием одной единственной таблетки в день – это несбыточная мечта для пациентов. Надо сделать так, чтобы было удобно. Как это сделать? Мы у себя в исследовательском центре «Новомедика» и «Инотех» создаем суперсовременные лекарственные формы с помощью нанотехнологий. Мы можем создать таблетку, которая будет высвобождать одно или несколько действующих веществ в разное время и в разных отделах желудочно-кишечного тракта. Мы создаем таблетку, которая будет действовать утром в желудке, в обед – в тонкой кишке и вечером в толстой кишке. Мы уже научились объединять лекарства в твердой форме с лекарствами в жидкой форме и объединять ранее несовместимые молекулы. Мы развиваем технологии, с помощью которых можно соединить в одной удобной для приема таблетке вещества или молекулы с принципиально разными физико-химическими и биологическими свойствами. Эти свойства молекул разные и подбираются нами под конкретные задачи. Допустим, чтобы повысить биодоступность, мы измельчаем частицы, уменьшаем их размер. Представьте себе сахарный песок и кубик сахара рафинад. Если мы бросим их одновременно в стакан, они растворятся не одинаково. Допустим, мы принимаем одну таблетку. И чтобы она действовала утром в желудке, а вечером кишечнике. В желудке она должна растворяться быстрее, а в кишечнике она должна растворяться медленнее. Одна таблетка действует по-разному. Здесь вследствие того, что размер частиц меньше, она растворяется быстрее, чем та, что будет растворяться в кишечнике. Мы можем сделать так, что невозможно будет извлечь действующее вещество из нашей таблетки. Это актуально для обезболивающих лекарств. Вы замечали, что большинство лекарств отпускается в аптеке строго по рецепту. Это из-за того, что люди с наркозависимостью извлекают действующие вещества для злоупотреблений. В нашем случае это будет сделать невозможно. Таблетка будет надежно защищена с помощью наших технологий, и она будет действовать исключительно только по назначению. Что же такое концепция Smart Innovations? Это когда мы на базе уже известных действующих веществ улучшаем свойства путем увеличения биодоступности, модифицируя высвобождение и создавая новые комбинации.
делая лекарственный препарат более эффективным и безопасным для пациентов. Сейчас современные лекарства напоминают телефон, по которому можно только звонить. А я создаю лекарство с кучей дополнительных функций. И я верю в то, что мы скоро будем пользоваться не только умными телефонами, но и умными лекарствами. Я работаю, чтобы вы были здоровы.